300! Вас бомбят и все остальное, несете потери, тяжело. Если это нормальный штурмовик, довольно очевидная мишень, все хотели в бой, думал, что мы уже отсюда не выйдем. Все, да, я выхожу, да, с игры. Да. Кого это вообще волнует? Всем страшно. Бах, там соседнюю стену просто вынесло. Ты думаешь, боже, снова черт меня сюда дернул. Привыкнуть невозможно. Не воевать, а жить. Мы всех убьем, никто не умрет. Просто прелюдия к этой войне. Да, что там на войне? Лучшая работа в мире. Сьогодні у мене в гостях буде Андрій на позивний «Дарвін». Він головний сержант роти 3-ї штурмової бригади. Усі свої операції Андрій знімає на GoPro. І сьогодні він привіз нам ексклюзивні кадри. Їх ще немає в мережі, ви їх першими побачите. На них важко дивитись, на ці кадри. І важко буде дивитись тим, хто просто не готовий до брудної правди цієї війни. Меня зовут Андрей, мне 25. Я родом с Донецкой области. Воюю, точнее, нахожусь в ЗСУ. И воюю уже 5-й год. Вообще, я родился в Донецке, но когда я был очень маленький, мы переехали. И большую жизнь я прожил в Покровске. Це тобі 25 років. Виходить, що в 14-му році, коли війна почалась, тобі скільки було? 16-17. І я був в самому Донецьку, я туди поїхав вчитися в воєнний ліцей. Я прям заставав ці інвазії сепаратистські на КАМАЗах. Було смішно наблюдати, з ними вилазили... Российские военные вылазили, их немного было там, они пофотографироваться. И прям с КАМАЗа с ними оператор «Россия-24» с камерой выпрыгивал. Меняли флаги, потом я уже уехал с оккупированных областей обратно домой, и все. Я учился в университете, прежде чем пойти в армию. Я просто учился, 2 года я проучился. Я все 2 года реально понимал, что я занимаюсь какой-то херней. Что происходят реально масштабные великие события, причем еще практически дома. А я просто штаны протираю. Я не смог, психанул, короче, все бросил и пошел на войну в первый раз в 17 году. Это мне было 19 лет. И я вот с тех пор, как здесь, особенно после полномасштабного вторжения, и особенно в нашей бригаде, чувствую, что я на своем месте, вот я делаю все правильно теперь точно. А какой сейчас вайб войны? Раньше это был энтузиазм. Мы все хотели воевать. Вот реально все, с кем я был, все хотели в бой, хотели лезть куда-то. Все обижались, что их не берут. Причиной перевода из подразделения, например, могло для человека быть то, что его не отправляют на войну. Его просто возмущало, что все воюют, а я нет. Он мог говорить, я хочу перевестись из-за вас. А сейчас это больше похоже на такую томную, давящую работу, но которую делать нужно. Ты просто уже не обращая внимания, успех или поражение будет в следующем бою, не обращая внимания, тяжело это будет или легко, ты просто понимаешь, что ну... У меня нет выбора, я должен это делать, потому что так правильно. И так вот, как-то так спокойно, немного подавлено, но уверенно делаем одно и то же. Опи, первый трофей. Если сразу с конца начать, то по поводу того, что это я уже приехал, это мой последний бой, у меня было раз много такое в голове. Но не из-за того, что я думал, что я откажусь воевать, а из-за того, что я думал, что мы уже отсюда не выйдем. Но я думаю, такое у всех бывает. Еще поразительно, ты воюешь, вот буквально за один день ты можешь с утра поехать на операцию, воевать, в серьезнейших боях побывать. Вернулся и вечером там уже где-нибудь в прифронтовом городе можешь пить кофе. Это очень интересно так все осознавать. Сложно на войне, да, во многих вопросах. Физически сложно, когда погода очень дождливая и грязи много, и приходится проходить через литры просто мокрой грязи, тянуть раненых через это. Когда пространство, большие дистанции, техника подъехать не может вас вывести, вам приходится пешком все это преодолевать, тянуть боеприпасы. Сколько на тебе килограммы? Если ты не берешь с собой штурмовой рюкзак, то есть ты не предполагаешь, что задержишься больше, чем на день, тогда примерно, наверное, килограмм до 30. Если это нормальный штурмовик, который еще носит дополнительную кевларовую защиту. То есть, скорее всего, на нем автомат, патроны, бронежилет, каска базовые. Потом кевларовая защита, как у нас, шеи, плечей, паха и кевларовые поджопники. То есть поджопники есть с карематом, просто чтобы сидеть было удобно. Мы в них пихаем тоже кевлар, специально есть. И защита ног бывает. Потом, у тебя есть дополнительное оружие. Почти у всех есть. У меня, например, подствольный гранатомет, у некоторых там РПГ, пулеметы, дополнительные боеприпасы на него. Ну и там аптечка много не весит, и всякие турникеты по тебе развешанные. Плюс тепловизоры, пауэрбанки, рации. И все вместе получается там от 20 до 30 килограмма у кого как. Кроме того, что физически сложно, конечно, бывает сложно психологически, и даже не столько от страха, сколько от быта. Как вот, что я говорил, у нас была в Бахмуте. Расскажи про побыт в Бахмуте. Операция была, ну как операция,
Просто мы держали там позиции один момент, и мы находились на окраине, на восточной окраине Бахмута. Это было к началу наступления противника на Бахмут. Мы были в пятиэтажных зданиях, там промзона, жилой сектор, и четыре пятиэтажных здания стоят так вот, как на море остров. Видно их отовсюду. И мы сидели в одном здании, а противник сразу в соседнем. То есть это буквально очень близко друг к другу дома. В 30 метрах друг от друга, как в любом большом городе. Там вы можете посмотреть на эти хрущевки. Иногда они там тихо сидели, пытались не выдавать свое положение. А иногда вели бой. Был у нас с ними бой. Это было очень интересно. Мы просто перестреливали с ними из окна в окно, бегали, меняли этажи, меняли сектора огня. Противник точно так же пытался то с одной стороны стрелять, то с другой. Стрелял с подствольника, закидывал гранаты. Мы им тоже кидали гранаты. Моему товарищу на автомате пуля сбила прицельную планку. Просто попала ему в автомат, когда он целился, и сбила прицельную планку. Вот. Было интересно. Потом очень сильно они нас бомбили... как бы обстреливали с СПГ, из танка, иногда миномет, иногда грады, но реже. И, то есть, танк на далеком расстоянии находится, его трудно поразить, и он просто вот дом, который торчит, и довольно очевидная мишень, расстреливает планомерно. Обычно это было по несколько выстрелов в день. Ну, ты просто сидишь в комнате, бах, там соседнюю стену просто вынесло, там дым, искры, потом хоп, улеглось. Еще боеприпасы могли загораться от этого, но... то такое. Вот. И в один день они сильно нас обстреляли. Часа 4, наверное, беспрерывного обстрела было из СПГ, из танков. У нас много контузий у товарищей было. Самое тяжелое было там не воевать, а жить. Потому что в пятиэтажных зданиях мы жили в подвалах. Подвал в пятиэтажном здании — это подвал, в котором работники там трубы крутят. Там по потолку проходят эти трубы. Ты ходишь в полупригнутом состоянии. С труб капает сильнейшая влажность, пар. Собаки и коты, они там лезут в твою еду, в спальники лезут твои, воняет, и людей очень много, вас там на этот подвал больше, чем он может себя вместить, спите или по очереди, или один на другом, поднимаясь на этажи, ты постоянно цепляешься снаряжением обо все эти стены, кирпичи, передвигаемся в дырах в стенах, для того, чтобы быстрее преодолевать там разные подъезды. Просто в дырку в стене это тоже пролезть, ну, очень интересно получается. Ты как в эту пещеру в нее влазишь, тоже постоянно все рвется. В общем, если долго там пробывать, это, ну, не то, что помыться, а какой там помыться? Просто бы не сойти с ума, это вот. И так вот, там были люди, которые долго сидели, были, которые реже. Нас пытались менять день через день или два через два. Так еще можно было воевать. Но запомнил я это характерно как одно из самых невероятных просто мест вот, с точки зрения быта тяжелых на войне. Перед боем, ну, это вообще все всегда интересно. Это такое прям сакральное событие. Вот подготовка к бою, сам бой, и потом то, что после него происходит. У меня был случай, когда я не был в одном масштабном бою, в котором мое подразделение было. Я командовал ими со штаба, а они непосредственно находились на поле боя. И когда они вернулись, мне хотелось сквозь землю провалиться, потому что мне стыдно было, что вот они прожили настолько невероятный день, а я просто сидел там им по рации, рассказывал, как им жить. В самом бою, когда ведется там огневой контакт или вас бомбят и все остальное, несете потери, тяжело, и ты думаешь, боже, снова черт меня сюда дернул. Конечно, надо это делать, но привыкнуть невозможно. Заканчивается бой, вы эвакуируетесь, едете домой, ты смотришь в их лица, этих людей, с которыми ты воевал, ты их всех любишь, ты думаешь, это было самое лучшее, что со мной в жизни вообще случалось. Да. А сама от підготовка дуже хвилююча. Там ніч не спиш, ти знаєш, в тебе там задача, знаєш, там в четвертій ранку. Якщо ви говорите о том, що за день до самого бою происходит, то да. Не то, щоб це там невроз, і ти не можеш собі місце знайти, но ти как бы обдумуєш, що тобі з собою взяти, як адаптувати снаряження, почищено ли оружие, хватит ли тебе боєкомплекта. Розсматриваєш ситуації, які можуть в бою произойти, аналізуєш свої дії. Это как бы нервно, но как бы это не до безумия не доходит. Да, спать сложно, тем более, что вот действительно вставать там в 3-4-5 утра. И обычно планирование происходит вечером перед этим, как бы окончательное планирование. И поэтому тебе промежутка для сна не так уж и много остается, с учетом всех дел, которые нужно доделать перед войной. Спишь мало, но в бою спать вообще не хочется и есть вообще не хочется. Ты как будто весь день спал. Хотя бывает такое, что потом солнце пригревает, начинает засыпать, но это уже... фигня. В общем, волнующе. Но в целом все такой настрой сохраняют холодной уверенности, убежденности в том, что это делать надо. Мы всех убьем, никто не умрет. Ну, а если умрем, то, ну, значит, умрем, так тоже надо. Довольно это происходит так черно, но спокойно и
фатально для людей в головах. Есть такой профанический подход, это там, как бороться со страхом, можно в интернете гуглить, найдешь там всякие медитативные дыхательные практики или механизмы отвлечения сознания на другое. Ну, это писали люди, возле которых не падали мины, наверное. Реально можно даже сквозь страх все равно делать то, что ты должен делать, только если ты реально всей своей головой понимаешь, для чего это все. Для чего ты сюда приехал, для чего ты начинал и для чего ты воюешь. Ты будешь понимать, мне страшно, но что мне остается? Ничего, я не могу позволить себе там пойти назад или сказать, что я не могу, не пойду. Это и унизительно, и бесчестно, поэтому придется делать. Страх испытывают все в разной степени, но вопрос в том, что его просто люди игнорируют. То есть, ну, страшно и страшно, все равно будем. Скільки в тебе штурмів було? За повномасштабку. Таких вот масштабных более или менее штурмовых операций я насчитал до 8, собственно, 8. И еще там большое количество дней, просиженных в окопах в обороне, под обстрелами, там диверсионных вылазок каких-то мелких или не очень мелких, каких-то отбитий, отражения вражеских атак. Ну, в общем, такой бытовой войны, то было много, я их не считал. Но таких вот нормальных, которых пришлось поучаствовать, то было 8. Там нет наших? Это видео штурмовой операции в марте 23 года. Бои ведутся в лесополосах. Мы тогда предпринимали попытку огневого налета. Позже эту посадку мы доштурмовали уже до конца, ну и вообще там далеко вышли. Вот, это просто один из фрагментов этой кампании наступления южнее Бахмута. Разговор ведется о том, что когда идет штурм нескольких групп одной за другой, стрелять можно, только если перед тобой своих нет. Потому что если впереди меня находится эшелон моих товарищей, я могу попасть в них. В этих зарослях не видно. Поэтому я уточнял у товарищей и объяснял им. Здесь я упал в нору от взрыва, от мины. В ней очень комфортно сидеть, потому что ты ниже уровня земли и, скорее всего, не зацепят. Выпалено все. Дерева, все это все. Да. Вот, ведется бой передовой группой. Мы подпираем, ждем команды. Я, условно говоря, так вышло после ранения моего товарища, что я начал командовать ими вокруг меня, кто находился. И ждем дальнейших указаний. После этого начался откат передовых групп. Я пропустил первых, и вот за мной пошли товарищи. Слева еще некоторые наши. Стреляю для того, чтобы противник, пока наши люди поднялись и отходят, не мог поднять голову и начать по нам стрелять. Когда над тобой свистят пули, даже если ты не понимаешь, по тебе стреляют или нет, на всякий случай вылазить не будешь. Поэтому методика «держу, иду». То есть кто-то стреляет, кто-то идет. Угу. Останавливаю огонь, чтобы он не подстрелил. Критикую своих товарищей, что они сбились в кучу, потому что так делать нельзя. Можно увидеть, как дымит ствол от интенсивности. Вот с этими хлопцами, которые тут на видео, ты керуешь? Чи хтось інший? Теми, кто возле меня, я руковожу, просто потому что я оценил обстановку, что здесь лучше я им буду говорить, что делать. Вообще в той операции я не шел командиром, я просто напросился. Там вообще не моя группа воевала, я говорю, я хочу пойти с ними. А мне говорят, ну ладно. У них был свой командир. Но я вижу, что он был занят другими вещами, он с передовой группы был, он там принимал какие-то решения. Говорю, давайте, делайте, что я говорю, тут надо так просто. Перпендикулярно нам находится посадка противника. И на 12, по нашей посадке, они с краю тоже сидят. Яка відстань? До первой группы, которая в нашей посадке была, наши товарищи дошли вплотную. От меня до них расстояние было на этом видео ближайшее, наверное, метров 100, может 70. От нашей передовой группы они пришли к ним в нору, двух убили. А до перекрестной посадки, перпендикулярной, с которой по нам тот АГС бил, и с которой пулемет тоже простреливал ее вслепую, наверное, метров 400 было. На разных дистанциях, где-то ближе, где-то дальше. Вот. Она им нужна была просто для того, чтобы подавлять нас, даже не прицельно, но на подавление работать. Обереженько. Це не за... Яка вірогідність, що там нічого немає замінованого? Так дивись, як він біжить дуже швидко. Правильний вопрос. Я сделал такой вывод. Мы прошли вперед, теперь отходим назад. Вероятнее всего, если бы что-то было, оно бы взорвалось. Ой. Это не 100% гарантии, что не взорвется. Можно пройти реально мимо, потом взорвать. Но идет штурм. И обращать внимание на это можно, но это тоже надо брать в учет, что тебя это замедляет, по тебе могут пристреляться. Ты можешь не успеть нагнать группу.
И я бы смотрел внимательно под ноги, только если бы предварительно знал, что вероятность мин здесь выше средней, условно. Здесь, насколько мы знали, они не лазили, мы там просматривали с дронов. Не должно было быть. Угу. Тут такая история, что навіть сховатись нема, да? Я бачу. Да, да, да. Приходится ложиться в дыры от взрывов, падать за какие-то пеньки, просто в траву, хотя бы маскироваться. Что означает все? Все, я ему сказал, что он достиг той линии, на которой ему надо остановиться и закрепиться. Откаты происходят частями групп. Всем вместе отходить нельзя. Нужно, чтобы кто-то оставался все равно и держал сектор, чтобы противник не вылез и стрелял. Соответственно, мы делаем это примерно пополам. Половина передовой группы идет, половина стреляет. И потом меняемся. Вот, теперь мы работаем в двойке с моим товарищем. Он отходит, я стреляю, потом меняемся. Я говорю ему, что я выстрелил магазин, он садится, начинает стрелять. Ох, уже поле там, бачишь, нема ничего, уже там нема. Да, здесь выжжена земля, они тут плотно обстрел вели. Это уже причем старые посадки. Они, ну, бои в них здесь шли уже много месяцев, низкой интенсивности или средней. И сейчас еще и штурм на них припал, и поэтому тут все выкошено. Кстати, тут выстрелил с подствольного гранатомета. Сейчас второй раз собираюсь. Я примерно прикинул, откуда по нам ведется огонь с пулемета. И еще узнавал у товарищей, откуда они слышали. И решил туда пострелять. Они могут подумать, что это или АГС работает, или даже с подствольника. И опять же подумать, что их видят, и что им надо посидеть, спрятаться. Даже если это не прицельно. Поэтому эффективность в этом есть. Здесь наш раненый товарищ, который на первом видео был, возле которого прилетел ВОХ. Ему отрезают подвесную систему, чтобы осмотреть ранение, и хотят его эвакуировать. И можно увидеть, в каком просто болоте все находятся. Его даже вытянуть отсюда невозможно нормально. А он не может нормально ходить, у него болит нога сильно от этого. Это перед этим был дождь, так? Оно такое да, 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 да. Там постоянно дождь, туман, влажность, и оно просто не высыхало. Обильное кровотечение, так что нормально. У Михи и у крана... Они же не могут его вытягивать. Да, вот, но вот такими темпами происходила вся эвакуация просто. Ну, иногда полегче было там где-то вот по суше, иногда еще сложнее. Mm-hmm. Иногда его тянули под руки, иногда его просто перли вот так волоком по луже. Це, знаєш, відео про те, в яких умовах відбуваються штурми. Грязь, да. Бруд. И не только штурмы, а и весь быт проходит. То есть... На штурме, ну, все идут с мыслью, что будет тяжело. Постоянно тяжело. Сколько ты не проходишь, всегда ты задыхаешься, устаешь, всегда ты просто на исходе уже сил, всегда оно давит на голову. Но ты с пониманием к этому относишься, то, что штурмовая операция, ты уже знаешь, на что подписываешься. А когда ты, кроме того, что идти на штурм в такие условия, еще там живешь постоянно, то оно, конечно, уже намного сильнее напрягает, и хочется от этого всего отвлечься, уехать, и чтобы тебя не трогали какое-то время. Вот у меня была еще операция, летом это было, месяца два назад. Мы штурмовали лесополосу, и там жара была около 36 градусов. И в этом всем снаряжении я просто вышел с БТР, а сразу мы забежали в посадку, у меня просто останавливалось сердце. Не просто глаза на лоб вылазили, и ты потеешь. Это вообще фигня. Реально боль в районе сердца, реально ты останавливаешься. Тебе надо просто подышать, чтобы не потерять сознание. И приходилось преодолевать там в час по 50 метров максимум, потому что ты не просто идешь. Ты идешь так, чтобы тебя не подстрелили, ты вовремя должен упасть, ты постоянно идешь с поднятым оружием и смотришь глазами вперед. И ты идешь через кучу заваленных деревьев, нор противника, постоянно пригибаешься или что-то перепрыгиваешь, и оно все время сильно изматывает. И сам штурм в тот день был не очень сложный. Мы обнаружили, два раза у нас был огневой контакт, и противник отступал. То есть он неожиданно нас перед собой обнаружил, начинал стрелять, мы стреляли в него. И он сразу отступал. Один раз мы его встретили, потом шли дальше. Нас просто мины пару раз бомбили, но, в принципе, за счет того, что в этой посадке было много нор, которые нарыл противник, мы в них прятались, и относительно безопасно все прошло. Второй раз точно так же огневой контакт, тоже они отошли. И у нас были потери, но очень низкие в соотношении со средним штурмом. То есть почти без потерь, условно, мы его прошли. Но сложно было, просто страх. Хотя я там провел, наверное, в самой посадке часов 12, но от этой жары я просто сходил с ума. Я сидел с товарищем в яме, так обле стрельбы стоя такой был. Мы просто слушаем
Бах-бах. С одной стороны мина летит, в противника взрывается, с другой стороны противник стреляет, взрывается. Я смотрю, в этом окопе корень от дерева спиленный, и на нем нарисован смайлик углем. Это какой-то поехавший русский сидел и рисовал себе смайлик. Я думаю, боже, это такая шизофрения. И шприц мы еще нашли, воткнутый в землю. Оце так ми подивились війну, да? Війну без прикрас, отак воно виглядає. А люди ж деякі дивляться і кажуть, та що там на війні? Як воно там? І вони кажуть, що просувайте, що ви так повільно йдете? Да, да. Знаєш? Ну, я не знаю, чим руководствуються, типа, я теж хочу, щоб воно все швидше йшло, просто я вже устал від цього. Понятно, приїжджай і покажи, і повоюй вместе з нами. Потом у тебя изменится отношение к этому вопросу. Там, где люди могут, они и так все делают. Ну и еще будут говорить, что это все фейк и постанова. Да, это так и есть. 300! Враховуючи те, що ти там керуєш людьми під час бою, а буває таке, от, знаєш, у людини ступор. Ну, він не може ні рухатись, ні говорити. Ти йому щось кажеш, а він тебе не чує. Може бути таке? Да, случається. Це не самое страшное. Как-то все равно человек способен адаптироваться под ситуацию и повторять за своими товарищами, скажем. Если такое случается, то достаточно просто ему сказать: «О, алло, проснись там». Бывает, покричать нужно, но это типа делается не как бы с целью его заставить со страха, типа, а скорее вернуть его в реальность, бо он забывается, ему нужен сильный раздражитель. Но это прям не тотальная проблема, такое происходит не прям часто, и это легко исправить, сказать ему: «Все, давай, соберись, там пошли, и туда-сюда, и все». Могу сказать точно, что у нас ни разу не было, чтобы наши товарищи, ну, по крайней мере, в моей роте сказал кто-то, что все, там, не, мы не пойдем, или там, ушел назад. Такого точно не было, это крайне презренно. Так ніхто не має права поступати, і у нас, благо, не приходилось проявляти. Якщо людина злякалась, так і вона говорить: все, да, я виходжу да, з гри. Тому що, ну, то, що йому страшно, кого це взагалі волнує? Всім страшно. Ти, а як взагалі от штурмують, ти десь сказав, як штурмують росіяни? Вони як працюють? Вони навчились там не концентрувати свої боєприпаси в одних і тих же містах. У них краще тепер працює контррозвідка, труднее нам інформацію отримати. Логістичні маршрути, як, наприклад, в Херсонській області, вони вместо того, чтобы перевозить топливо, потом как мост мы бомбили, они прокопали трубу, которая качала топливо с Крыма или откуда там, я не знаю. И просто, ну, сохранили себе такой маршрут, мы не могли это разбомбить и даже не знали, пока не вернули территорию. То есть вот в таких вещах действительно неочевидных, они учатся тоже, у них развиваются там FPV-дроны и все остальное. Но пехота, я убежден, у нас самая лучшая и очень мотивированная. Я предполагаю, что у противника тоже есть такие люди, но вот мне не приходилось еще видеть ни в интернете, ни вживую, как вот, чтобы они работали реально очень хорошо. Конечно, они ведут отпор, дают, стреляют там со всего вооружения, не прямо они все там парализованы страхом, но, тем не менее, такое случается. Вероятно, такое и у нас случается, но я говорю больше об этом как о явлении. А еще характерная черта российских штурмов, что они готовы жертвовать большим. Они дают в штурмовые свои группы больше людей, больше техники, из этого несут больше потерь, но тем не менее это может сработать. То есть конвертировать количество потерь в количество захваченных квадратных метров реально. И вот так они это делают. У нас такого нет ресурса так людей расходовать. Ну и более того, можно это делать рациональнее, просто возможно медленнее. Возможно не на всех направлениях, но можно. А ты встречал мотивированных россиян на войне? Ну, нет. Скоріше всього, що людина реально пішла, вона там вважає нас нацистами, да. І це щиро в неї таке відчуття. Я убежден, що такі є, я таких не зустрічав. Якщо він здається в плен, скоріше всього, він не такий. Він або погибає, або убігає. Ну, тобто, раніше, ніж ми до нього дійдемо. Тому не попадалось. Але я уверен, такі є, я знаю, що багато з них в це вірять. І навіть розумію, тобто, це не те, що у них там какое-то лицемерие, это, возможно, лицемерие их власти. То, что их власть, я убежден, не верит в то, что она говорит. А сами россияне там рядовые вполне могут в это верить. Но они обмануты, кого это волнует. Придется воевать, значит, так, с обманутыми. Я вот думаю, часто есть такие люди, которые досі себя не нашли. Вот даже сейчас, там, твоего віку, або там, меньше, старше, досі люди себя не нашли. Півтора року повномасштабки, они не розуміють, что делать. Да. Конечно, зависит от конкретных случаев, но я убежден, это из-за того, что мы в таком мире живем, трудно понять, чем ты хочешь заниматься. Ну, типа, у тебя есть альтернатив, там, менеджмент по маркетингу, какой-нибудь Макдональдс и война. И они боятся идти на войну, хотя они даже не знают, что они, вся их жизнь, это была просто прелюдия к этой войне. А из-за
обстановке, в которой они росли, люди боятся рисковать, боятся предпринимать серьезные решения, а им бы стоило это делать. Потому что иначе они не поймут, кто они вообще такие есть. Ну, давай, ты же всех на войну не затягнешь. Так и есть. Всем, в принципе, и не надо. Честно говоря, если бы все себе правду говорили, сами себе, чем они хотят заниматься, и отдавали отчет в связи с реальностью, хватало бы людей, и те, кто не воевал бы, могли бы помогать фронту любыми другими средствами. У нас, конечно, есть модель экономического фронта, но это смешно звучит, но по факту человек, который занимается там каким-нибудь бизнесом, скажем, более или менее крупным, это реально нормальный финансовый оборот, нормальные налоги в страну. И это полезное дело. Просто для многих это оправданием служит. Волонтерство, конечно. Я когда в начале войны просто мы волонтерку эту получали мешками. Можно было там на каждый день недели одежду менять, просто они нам прислали, я был невероятно доволен людьми этими. Вот, конечно, это все очень полезно. Ну и с пониманием относиться вообще к войне, с пониманием своего положения в стране, пока идет война, и с пониманием того, что делают люди, пока ты находишься дома. И тогда не будет никаких недопониманий и дискомфорта, все будет нормально. Давай только про тебя поговорим, так, на финал. Угу. На финал. Ты особисто, как изменился за час повномасштабки, зокрема, подорослішав? Так это не очевидно, это как вот с какими-то боевыми заслугами, человек просто воюет, он просто делает то, что он должен делать, и спустя года он просто оборачиваясь понимает, насколько большой путь преодолел, и как это теперь многих мотивирует. Конечно, вот это отношение к жизни смерти, к тому, что в жизни цена действительно, да, меняется, но можно точно сказать, что люди, которые пришли, которые хотели сюда попасть, попали, повоевали, поняли, кто они на самом деле, они как бы самоуспокоились, они себя нашли. И там, возвращаясь в большие города тыловые свои, они уже намного увереннее чувствуют себя, потому что они понимают, что они делают на этом месте, зачем они вообще живут. Такая холодная уверенность просто. Мне это так видится. Ну, конечно, там есть ряд возмущений, недовольства нынешней реальностью, но куда деться. В целом, да, меняются. Но если так спросить человека, что в тебе изменилось, он, наверное, сам не поймет. Это часто видно только со стороны. А как ты до смерти ставишься? Спокойно. Сильно много ее. Вот много-много, и она просто становится такой обыденностью. Даже вот сколько товарищей там я знал, или у меня были товарищи, я еще служил раньше в другой бригаде, в АТО когда был. Я знаю некоторых там товарищей моих, они погибли уже, я их помню с тех времен. И в начале войны это все, конечно, было очень шокировано. Сейчас просто с данью уважения к этому относишься достаточно спокойно. И к своей собственной смерти тоже. Мы говорим эти слова, что типа все равно все в итоге умрут, но вопрос в том, как ты жизнь эту проживешь, какие действия ты будешь совершать и будешь ли ты прав, пока ты это делаешь. Но, конечно, просто говорить одно, человек, который в это действительно верит, он будет намного эффективнее на поле боя и в своей жизни. Стоит, конечно, понимать, с пониманием того, что идет война, стоит многие вещи в своей жизни с этим соотносить. Мы много можем делать пользу для войны, даже в мелочах, но этого не делаем. Как и в отношении просто к военным и ко всему этому информационному потоку в интернете, так и, конечно, к волонтерству. Но это все как бы и так это все понимают. Еще хотел бы сказать всем, кто уехал, возвращаться. Просто надо всем вам вернуться. И еще хотел бы сказать, что пора заводить всем семьи и рожать детей. Это тоже очень важно, и многие этим пренебрегают. Вот так. Вот. Да, это такие самые важные вещи. Для того, чтобы было больше украинцев. Конечно. Ми тобі дуже дякуємо всі. Я думаю, в коментарях зараз люди подякують. Я би дуже просила тебе бути обережним. От просто Андрій сидить, і він уже, ну я розумію, так, чому він зараз на війні і що він там робить. От в тебе просто аж ноги, знаєш, так, не на місці. Я так діла, я думав, ви будете гріше нервничати. Я просто бачу, що ти такий енергійний і вже прямо рвешся в бій. Дуже дякую, але будь обережним. Будь обережним і десь найближчим часом побачимо знову і ще нам розкажеш про свої штурми. Дякую. Дякую тобі дуже. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!